Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Звезда идет на поправку и радуется жизни, утверждает медсестра. Звездная актриса Анастасия Заворотнюк, слухи о которой не утихают на протяжении года, со всей тщательностью скрывается от назойливых папарацци и не дает о себе знать. Никто не имеет представления о том, как звезда выглядит после многочисленных испытаний, которые ей довелось пройти за последнее время. Лишь семейный круг и медики, задействованные в ее лечении, знают о происходящем. Одна из медработниц Каширской больницы рассказала, как однажды смогла встретиться с Анастасией. И рассказала в беседе со СМИ истинную правду, чтобы развеять многочисленные слухи и злые домыслы. Заворотнюк совершенно не напоминает сейчас исполнительницу Жанну Фриске, когда та стала неузнаваемой после лечения рака. Анастасия смогла сохранить свою красоту и совершенно не изменилась. В настоящее время, утверждает медсестра, актриса находится на медреабилитации в Москве. А многочисленные заявления о том, что она отправилась в Европу проходить экспериментальное лечение, лишь слухи. Звезда чувствует себя в полном порядке. Ее внешность не претерпела изменений. Улыбается, волосы есть, какая была, такая и осталась, поведала медработница. Не так давно стали появляться новости о положительном состоянии артистки. Остается лишь надеяться на то, что после полноценного восстановления она сможет поведать о том, как прошла через все тяготы страшного заболевания. Кстати, не так давно продюсер «Моей прекрасной няни» Александр Акопов заявил, что артистка вновь может вернуться к исполнению своей роли. Ее могут позвать на съемки нового сезона. Возвращение звезды ждет вся команда. Самым важным, добавил Акопов, остается выздоровление Насти. К слову, ранее коллега актрисы Анастасии Заворотнюк по сериалу «Моя прекрасная няня» Виктория Пьер-Мари в эфире программы «Основана на реальных событиях» на телеканале НТВ рассказала о ее состоянии. По словам Пьер-Мари, Заворотнюк прикована к кровати, и тяжелее всего приходится ее мужу. Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам в палаты, клиники, сбор денег, это может выбить из колеи любого нормального здорового человека, поделилась она. Напомним, летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга, глиобластоме у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее, диагноз был косвенно подтвержден медиками. Отметим, в этом году заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышов отметили 12-ю годовщину свадьбы. В честь этого события в инстаграм-аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк» появилась запись с трогательным поздравлением. Тяжело больная актриса сделала репост этого сообщения в сторис на своей официальной странице.